Запись. Все, всем привет. У меня откатилось сохранение. Врубай, басы! Винстер, спасибо за подписку. Ты прям вовремя под запись. А еще что-то неладное с компом. А еще я забыл поставить сбор на одну штуку. Недорогую, но нужную очень для компа. Вылезет, блять, уже. Ну так ее не раздамажить. О, блять. Отличная находка. А тут я могу проехать? Пока приколюха не понял. Хорошо горят. А, все, теперь понял.
Пойдет дело. Вот это да. Блять, что происходит? Блять! I could use this. Это, надо поискать Старпома. Лестницу бы положили. Сорет, твои товарищи погибли. Я нашел адиолог Старпома. Топливо там, где вы и думали. Они погибли, выполняя свой долг. Вечная им память. Благодарю, Сэм. Продолжай действовать по первоначальному плану. Я готов выдвигаться. Понял, Эд. Продолжаю по плану. Тридцать девять кадров. Сорок. Я как будто с RTX-ом запустил. Клим, мы пытались взять этих типов у выхода с верхнего болота на обратном пути.
Эд, я нашел следы твоих товарищей. На болотах на них напали бандиты, связанные с Климом. Сэм, постарайся узнать побольше. Хорошо, Эд. Конец связи. Лоши ее полная, а я пацанов терять не подписывался. Остальные пока ушли, но мы их все похватаем, налегке пойдем. По результатам надиктую, потом за трудности почтемся. Предъявы не стрелять. Чего? Ануля? Ты как? Ты видел, за что мы чё? Говорили? А ты тему про Толика лысого и его змей испытывал, слышал? Not bad. Вот это кстати. Титаник прям. Ебать, у него урон возрастает. Thank you.
Nice. Вот, это кстати. Полезная вещь. Полезная вещь. Одну локу я так и не сходил. Либо она не отметилась, хотя в прошлый раз все было отмечено. Да бред, блять. Там не пускает. Это кстати. Thank you.
Сука. Блять. Я хочу, чтобы оно вот сюда вышло. Да блять, ты заебешь. Пучком, блять. Выбежать на него, что ли? Ну, вообще не получается. Отдыхай. Так, сколько у меня?
Блять.
Блять, а куда здесь дальше-то? Туда надо. Сэм Коллар, костюмы у меня. Отлично, Сэм. Встречаемся у штаба флота. Как понял? Все окей. У штаба флота. Конец связи. В теремочке живет. Теремёчки. Ух, ебать, как залагало. Чисто Стивен Сигал по-русски. Вот тут вот я обосрался, когда первый раз проходил. Блять! Вот поэтому я обосрался. Без аптечки жизни нет.
Блять. Два раза обосрался уже. Одной миной меньше. Заебали они со своими минами. Без 100 грамм работы нет. Но я ни один комп трезвый не собрал. Аж это, пролаг нахуй случается, когда он так вылетает. Слишком много эффектов. Надо винду, блять, уже чистую ставить. Пизду. Сейчас зажигательным его. Блять, он не стреляет, ФПСа мало, сука. Ну какого хуя? Почему сегодня именно это выкатили, какую-то хуйню?
Сколько вас тут? Оп! Аэробика! Good stuff. Дневник наблюдений, дальний пост, важно. Видим бывшего капитана, вооружен, движется на восток. А нас не подозревают, сообщили на базу. Ждем группу захвата. Да на твой, нам группа! Уйдет же! Действовать надо! Сейчас ты слева, я справа. Берем его тепленького. Дом четко сказал. Самим не действовать. Ждать группу. Дом. Дом. Ты без этого трепача скоро и жопу подтереть не сможешь. Он же не рассказал конкретно, как, что делать. Надо было Клима вызвать. Он бы по делу приказал. А это только и может, что языком молоть. Ну да. Клим твой любимый, он бы дело скомандовал. Хватай его как хочешь, не возьмешь. Голову сниму. И удачи. Капитан, он мужик непростой, тертый. Уйдет отвечать ты будешь? Цикло ты просто, вот что. И ты, Том твой. Чтоб жить красиво, рисковать нужно. Ага. Как только оно выходит, что Клим твой под Томом ходит, а ты подо мной. Ну, это еще посмотрим. Что ты посмотришь? За капитаном следи, дубина. Упустишь, я тебе устрою. Посмотрит он. Запись только из-за тебя запорол. Блять. Эд, Сэм Эгейн. Я на месте. Принято, Сэм. Иду полным ходом. Буду через пару минут. Жди на набережной. Принято, Эд. Конец связи. Сгодится. Батикарус. А, нифига у него. Реальный карус. Кстати, спасибо, что ловушки зарядил. Ты как ушел, мутанты как полезли, целая стая. Еле ушел. Без ловушки даже не знаю, как справился бы. Рад, что помог. Твой костюм, Эд. Спасибо. Сейчас я его нацеплю. Подержи-ка, я мигом. Как он там? А, вспомнил. Попробуй игру принудительно на DRTAC-11. Ну, вот, на некоторых 12 лагает. Я тоже об этом думал, но не знаю, типа, 12-й хуже 11-го выглядит или то же самое. До самой цели можно добраться по воде, подъездной туннель ползаток.
Там вроде какие-то фишки были. Так что у входа придется разделиться. Не, я же до этого играл, ничего не было. И сегодня запускаю, типа... Держи план. Она начала лагать и жестко причем. Земля им бухом. Внизу погрузимся, поднимешься на... Хотя я ничего не делал вообще, я даже не запускал игры никакие. По морскому туннелю. Вулканом Пиксом. Ясно, ну, чего да. ждать по дороге? Электропауков. Чего-чего? Блять, электропауки. Пауки накапливают заряд и потом бьются током. Еще лампы тушат, моторы отключают. Хорошо, если паука прогнать или убить, все обратно включается. Убить их сложно. Разве только с зажигательными работать? Бля. Спасибо за информацию. Только новых здоровенных пауков мне и не хватало. Пожалуйста. Но все мы ездили. Видишь, ворота, нам туда. Прежде всего надо врубить аварийное питание. Со щитка в караулке. Для света и электрожанков его хватит. Но для остального придется запускать генераторы. Значит, я запускаю генератор и грузим топливо и уходим? Точно так. Ну, высаживайся и с боком. Удачи. Электропауки, блядь. Свет есть? Теперь давай с генератором. Без основного питания нам здесь делать нечего. Понял. Вот же... А не, я вот так сделаю. Так. 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 Все. Обычных буду с вот этой рубить. А тех с автомата. Прикол. Ну и зажигалка. Может, поэтому... Не, хотя, знаешь, типа, я с 12-м, но с версией не стимовской. Типа, запускал, и у меня пропали вылеты вообще все. Ага, пригодится. Келли, говорю, надо было взять. Точно, пригодились бы. Вообще, факелы надо было взять.
пригодится. Я в Generator Room. Отлично. Теперь ищи главный рубильник. Понял. Пойдет в дело. Ничего, пусть привыкают. Откуда они вообще взялись такие электрические? Электрические? Место проклятое. Вообще с такой радиацией данной аномалиями неудивительно. Это точно. Да мне кажется, это вон с ними их еще эти версии ломают, блядь. Типа, совсем уже убитые. Could use this. Текстурки, блять, пропадают. Они реально живучие. Сэм, у меня все готово к погрузке. Только найти электрощит. Нужно подать питание. Ясно это. I'm on it. Работаем.
прямо. Серьезно? Спасибо, что прикрылся. Пора отчаливать. Смотри-ка, и лифт заработал. Спускайся к лодке. Чем скорее отсюда уберемся, тем лучше. Я и сам спускаться буду. Времени терять не стоит. Я живой, а вот лифт нет. Ничего, главное, жив, прорвемся. Ищи выход в вентиляцию, по ней поднимешься ко мне. Понял. Чё с текстурой? Not bad. Тоже, пауки это уже были слишком рыли. Ненавижу эту гадость. Будто их хоть кто-то любит. Но главное, мы справились. Из туннеля уже почти выбрались, так что поздравляю, Сэм. Спасибо. Фу, душно в этой резине. Это точно. Что теперь, Ред? Думаю, пора вызвать Тома. Точно. Ой, блять, вообще игра разваливается. Стержни у нас, направляемся к доку. Отлично, мы подготовим все к загрузке. Когда ждать вас? Где-то через час. Через час. Хорошо, будем ждать вашего прибытия. Конец связи. Готово. Отлично, значит полный вперед. Я, кстати, отлично понимаю, отчего люди готовы идти за Томом. Конечно, рассказы о восстановлении цивилизации и чушь, но я не могу даже сказать, что ненавижу его. Клим с его зверствами другое дело, но решает все не Клим, а Том. И будь он хоть спасителем и Буддой в одном лице, я не могу с ним согласиться. Товарищ капитан первого ранга, это правда вы? Семенов?
До сих пор на воротах? Да ладно. Так точно. Ну, отворяй, раз такое дело. Есть отворять, товарищ капитан первого ранга. Очень рад вашему возвращению. Да, я тоже. Сэм, пока еще есть время, прошу меня выслушать. Ты хороший парень, честный, правильный. С первой минуты себя как человек повел. Ты не думай, я не забыл. Ребят моих нашел, за это тебе отдельное спасибо. Поэтому скажу как есть. Я не могу отдать лодку Тому. Просто не могу. Я уже говорил, какой это риск, так что повторяться не буду, ты все понимаешь. По-хорошему, давно надо было вывести ее подальше в море и затопить, но рука не поднималась. Это ведь все равно, что душу свою убить. Корабль ни в чем не виноват ведь. Он верой и правдой служил нам все эти годы. А теперь выбора нет. В одной сборке заряд небольшой. Минер приготовил на случай, если наш план раскроется. Вот детонатор. Меня, конечно, обыщут, а тебя не станут. Ты же у Тома доверенное лицо, парламентер. Поэтому, когда я дам сигнал, нажимай. Не волнуйся, ядерного взрыва не будет. Но и воспользоваться моим кораблем после этого никакая сволочь уже не сможет. Я понимаю, что так ты лишишься верного билета домой. Но я уже неплохо тебя узнал, Сэм. И, кажется, платить за проезд назначенную Томом цену ты не готов. Но если я ошибся, выбрось эту штуку за борт и все. Только прошу, сначала подумай. Хорошо? Больше мне положиться не на кого, Сэм. Спасибо за доверие, Эд. Я не подведу. Но я посмотрю две концовки. Только я что-то тут это... Совсем какой-то тусклый. О! О, товарищ капитан, да еще и при параде. Просто не верится. Ничего, Алексей, живой! Вижу, вижу. Надеюсь, договоритесь вы с Томом. Он таки неплохой мужик, ага, оказался. Ладно, мы к Тому. Увидимся еще. Удачи, товарищ капитан. Ну, Сэм, надеюсь, ты примешь правильное решение. Не спеши. Сначала пушку и карманы покажи. Что за херня тут творится? Руки! Смотрю, новенькие у вас. Так точно. Прошу прощения, товарищ капитан. Очень рад вас видеть. И я тебя, сынок. Мне очень жаль, но оружие нужно сдать. И мне придется вас обыскать. Ничего, я понимаю. Как дела у тебя? Не женился? Спасибо, пока нет, товарищ капитан.
Времени нет, я тут вроде старше. А ты молодец, Витя. Всегда знал, что далеко пойдешь. Этого тоже обыскать надо. Это лично, сам наш человек. Рад видеть, Сэм. Well, hello, Кэм. Сколько мы не видели. Ну, здравствуй, Том. Недостаточно долго. Недостаточно. Ты думаешь? А может, ты и прав. Погулял бы еще годик, подышал свежим воздухом и согласился бы командовать лодкой под моим вымпелом. Свежий воздух? Нет, мне все время душно было. Может, сердце шалит? В твоем возрасте бывает. Да нет. Ты просто рядом, вот и не хватает воздуха. Ну, мне в море тоже легче станет от тебя подальше. Что там происходит? Внимание! Вы окружены! Выходите без оружия и с поднятыми руками! Клим, что это значит? Я тебя опередил, вот что это значит. Думал, я не допру, что ты меня слить решил. Я, по-твоему, слепой или тупой? По-моему, ты взбесился, как пес. Тебя усыпить надо, чтоб не мучился. Том, я тебя реально уважал, но ты себя послушай. Сияющий город на холме, не будем стрелять, херня же позорная. Решил весь мир ядерной пушкой на пост взять и сам в белом остаться не выйдет. Да если не стрелять, всем на твою пушку и понты будет плюнуть и растереть, понял? Ну я порожня гнать не стану, первым делом врежу, чтобы все знали. Бэкстабен Коксака! А я ведь предупреждал. Вынужден признать, что ты был прав. Предлагаю забыть о наших разногласиях, пока не решим эту проблему. Как ты? Согласен. Тогда бери управление. Сможешь вывести нас в море? Надо ворота открыть. А в диспетчерской уже наверняка люди Клима. Так что никак. Сколько у нас людей? Едва достаточно, чтобы удержать лодку. Да и то, пока патроны не кончатся. А их там десятки. Том, есть план. Вы их отвлекайте, а я по-тихому выберусь и открою ворота. В одиночку? У них столько людей, что единственный шанс не попадаться на глаза. Ты прав. Но чтобы ты точно выбрался, нам нужен отвлекающий маневр. Сделаем? Есть, босс. Тогда давайте приступать. Сам мы их, конечно, отвлечем, но будь там осторожней. Сэм, подожди сигнала. Понял. Удачи, солдат. Спасибо. Приказываю вам немедленно сложить оружие и сдаваться. Ваш переворот провалился. Подводная лодка в наших руках. И порядок будет восстановлен. Мятежники? Мятежники? Ты, значит, себя уже в законные правители записал? Всем внимание! Любого, кто попытается помешать выполнению наших приказов, кто хоть шевельнется, хоть посмотрит косо, расстреливать вместе! Без пощады! Если враг не сдается, его уничтожают!
мятежники! Охрана начинает восстановление порядка! Если вы прекратите сопротивление и немедленно сдадитесь, вам не причинят вреда! Любое сопротивление будет подавлено силой! Подожди, я забыл, как тут. Уйди, блядь. Куда идти? Я понял, что сюда. А дальше? Ну, падла, получай! Сможет, это факт. Клим! Эй, Клим! Все кончено! Внезапно нас захватить не получилось. И теперь мы можем отбиваться сколько угодно. Братки, наверху!
Ты зря надеялся, что твои люди смогут меня остановить! Зря! И за это они ответят. Но сначала разберемся с тобой. Выпускайте сутулых! Как они закончат с туристом, принесите мне его череп! Мне нужна новая пепельница! Пепельница? Какое клише! Жопа горит. Клейм, ты крепкий бастард. Зверь, но тебя надо судить как криминал. Мы вешаем бунтовщиков в наших краях. Диспетчерская, ситуация под контроль. Черт, Сэм, они режут люк, скорее открывай ворота, а то нам тут крышка. Скажи своим людям сдаваться. Хер тебе нарыло. Сюрприз, падла! Ах ты!
Ну, падла! Ну, сука! Сейчас я тебе... На тебе, сучара! Сам, идем на то! Я сделал то, к чему привык за 20 лет. Спас остатки нашего мира. Кэптон пожертвовал собой, чтобы не дать возродиться призраку ядерной войны. Не нажми я кнопку, билет домой был бы у меня в кармане. Но какой ценой? Я не сдаюсь. Я вернусь домой. Когда-нибудь.
Ту-ту-ту-ту. Но я сейчас буду еще одну концовку делать. Здесь хотя бы можно спокойно это все выбрать. Ненавижу пауков. Но топливные стержни теперь у нас, и мы можем приступать к ластеп нашего плана. Капитан прав во всех отношениях. Нельзя позволить Тому или Климу завладеть лодкой. Я не уверен, что готов выполнить план, так как это определенно будет стоить мне моего билета домой. Но капитану это будет стоить еще дороже, и я восхищаюсь его решимостью. Нахер не загружается. Давай, грузись, бля. Значит так, это мы убить. Вперед! Это кровати, замочите его! Клим, ты крепкий бастард. Шит! Иди сюда, сука! Ну лады, сдаюсь я. Достал таки, сука. Загнал пиндос, как зверя в клетку. Не знаю, как я здесь из них правильно. Ты есть зверь, но тебя надо судить как криминал. Я думаю, что первое. Но мне больше нравится вторая. Мы вешаем бунтовщиков в наших краях. Диспетчерская, ситуация под контроль. Черт, Сава, не режет люк, скорее открывай ворота, а то нам тут крышка. Скажи своим людям сдаваться. Хер тебе нарыло. Голый вперед, гол, гол, гол. Сюрприз, падла! Ах ты! Ну, падла!
О, сука! Сейчас я тебе... Нахуй, сучара! Сам, идем на то! Нельзя отключаться. Рано. Дед, но я не мог поступить иначе. В Москве я был своим среди чужих, а здесь стал просто чужим. Том протянул мне руку. И что с того, даже если он нажмет на кнопку? Новой ядерной войны не случится. Старый мир мертв. На трубе всего лишь добавится язв. Никакая цена не кажется мне слишком высокой за билет домой. Особенно, если платить за него буду не я. Надежда увидеть отца, все, что у меня осталось. Все, о чем я мечтал. Все эти годы.
О, блядь, с рамочками. Ну, теперь я точно прошел все метро. Теперь я могу спокойно удалить эту игру. Все, всем спасибо, кто был сегодня, кто приходил. Фу, наконец-то я ее прошел. Я это тянул, наверное, больше 2 лет как минимум. Не считая того, что я ее когда-то проходил. И что я сделал? Я пообещал то, что пройду DLC. Я купил их DLC, но так и не прошел. Так что ладно. Всем спасибо. И всем пока. Приходите на мои стримы. Дюнь-дюнь-дюнь.